Новая, блядь, игра. Уже иду. Итак, сегодня довольно особый день, потому что мы сегодня решили проходить игру, которая лично моего детства. Да, сейчас мы смотрим заставку с кривым русским языком. Нам ее стоит вообще смотреть? Нет, нас вообще, вы знаете, смотрели мультфильм. Сейчас нас типа этот козел обучает. Ну, в общем, это Геркулес на PS1. Для меня это был шедевр. Он для меня... шедевр? Да, для меня он и сейчас шедевр, потому что для меня это самый лучший платформер, который у меня был на PS1. А платформеров у меня было не так уж и много, как и, собственно, игр на PS1. А PS1 у меня была единственной приставкой в детстве, так что выживали как могли. Но CG его, блин, тут по уровню, конечно, да. Нормально, как я думаю. В общем, мы решили проходить конкретно эту игру, потому что, ну, на случай чего я могу оказать саппорт. А вообще тебе надо было встать на эту штуку, если ты хотел букву. А они зачем? Ну, типа бонусы. Кстати, жизни могут давать. Понятно. Рассказывай. Вот здесь осторожней. В общем, раз ты тут ни хрена не знаешь, то тебе лучше не торопиться, потому что тут, да, вот такие... Да штуки. Мне похуй, мне не нужны твои тупые подсказки из детства. В пизду, сам все пройду. Ты просто там рассказывай, что там. В общем, Геркулес на PS1. Это, как я уже говорила, 2D-платформер. Он довольно так энергично бегает, может махать мечом, может бить в кулачину, как, собственно, и Сумочкин. Но только он без меча, ну, вы знаете, он с сумкой. Блядь, да говори, что тебе сделать-то, заебало! Да возьми ты эту куклу! В смысле возьми? Возьми! Боже мой, он своей тупой башкой ее разнес. Ну, пизди. Осторожней. Их тоже можно разбить? Да. Ой, насрать. Здесь осторожней. Что? Хватит мне подсказывать, блядь, я получу по башке, потому что я долбоёб! И мне похуй! Блядь! Тебе надо их всех разбить, если ты хочешь пройти дальше. Ну ты, конечно, да. Да фак, что тебе сделать-то? Разбивай их, тебе нужно их все разбить. Отвратительно. Ты можешь их даже в кулачину разбить. Кулак есть кто-то. Да я вообще по ним не попадаю. Какой кошмар. Ребята, нет, плохая игра, мне не нравится. Игра хорошая, раз я могу ее спокойно пройти. Так все что... игры, что она мне советует, либо ужас, либо... Дэнди. Сука. Ой. Да чё этот пидор не разваливается? Вот эту штуку, да, возьми, она вот для тебя холсу. Это новый меч, возьми его. Короче, он временный. Вот этот чекпоинт, если чё. А я его убить хотел. Он, кстати, стреляет. Да, лазером. Его просрал уже? Нет. Вот то, что у тебя вот это вот шка... Он разрушается, бери, это неуязвимость. У тебя... Короче, сука, ты можешь воспользоваться им, когда захочешь. Он так же, как... Он как оружие. Будь ты проклят, ублюдок. Ой, бля, это только первый уровень, господи! Надо бежать быстрее. Здесь зажимаю треугольник. Треугольник, ёбана! Отпускай. Вау, прям мистер исключительный. У меня это лучше всего пока что получается в этой игре, просто спасаться нахуй. Я не Геркулес, я хуй соси лес. Беги, лес, которым управляю. Сука, он просто щемит. Щемит и получает. Стой, здесь можно стомп сделать, прыжок вниз, вот здесь. Как можно было до этого догадаться? Ну вот так вот, видно, что тут можно сделать стомп. Нихера тут, блять, не видно. Тут, короче, надо долго ходить, и тебе желательно их всех убить. Летучих мышей. Ублюдок. Короче, камень можно взять. Ну, да. И нахуй.
подстать платформу, ёбана. Так почему я сразу-то не мог это сделать? Зачем мне эти летучих мышей убивать надо? Потому что они тебе мешать будут. Нихуя они мне не мешали, пока я их не стриггерил сам. Блядь! На! Ну не вижу тебе уровень. Да хватит. Да! О, здесь тебе, короче, вот на этих штуках надо лететь. Лететь? И, ну... Я ни на чем не буду летать в этой игре. Можно, блядь! Можно я скажу? Говоришь, ну тут да. Тут уже идеальный пружин в конце. Да! Что мне с ними делать? Как мне за них зацепиться? Так прыгни, блядь, нормально. Ты... Я прыгаю, не цепляется. Господи Иисусе. Вперед-назад. По тропинкам можно идти. Господи, как можно было до этого догадаться? По тропинкам. Я когда первый раз играла, я сама не сразу догадалась. Ты не поверишь, кто мне это подсказал. Дядька педофил? Мама. Да, это был дядька педофил. Дядька педофил. Слышь, девочка, залезь ко мне в фургон, я тебе кое-что покажу. Значит, по тропинкам Геркулеса можно ходить. Здесь ловушка! Что проходишь? Все, конец уровня. Пиздец, ты весь уровень... О боже мой, нет, что это? Бля, пиздец, он пидорас. Что он делает вообще? Он пьет энергетический напиток. Который похож какой-то на белую субстанцию, да? О, все. Раннер. Гонтлет. В смысле, раннер, блядь. В прямом смысле, это раннер. Нет. О боже. Я же сказала, это раннер. Левай, левай, левай. Ребята, из стороны в сторону, левай! Ребята, если вы сейчас не видите, то знаете, у меня сейчас кровь из глаз. Я в первый раз играю. Блять, ты можешь замедляться и ускоряться, если что. Выбирай сторону. А я не знал. А почему мне никто об этом не сказал? Я бы тогда... Ну все, я говорю! Вот это жизнь, возьми ее. А нет, это не жизнь. Сама, блядь, не знаю! Ты просто мда. Просто мда. Отъеби! Вот какой, блядь. Вот сейчас прыгать надо. Мозги. Давай, прыгай. Мэн, нет. Просто нет. Ну тогда ты будешь умирать. А в каждую запнусь, но не прыгну. Да. Пиздец. Тапки. Не запнись ни за что. Давай, разбивай. Все, ты прошел. Блядь. Надо же, ты не слил ни одну жизнь. Я в шоке, я просто в шоке. На, в рот получай, сука. На, сквирт, 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 сквирт. Ребята, я подписал смертный приговор. А мне или не похуй, не?